Да, здорово всем, народ. Получить. Зараза. Так, что тут надо? Достичь рейтинга снаряжения 915. А, ну блин. На вас тут задачки-то, ёпт. Так, обновление жнец. Сегодня уже мне это не надо. Там терем, терем, терем. А что мы тут должны были сделать? Тут я в город, кажется, бежал. Все. Ох, точно, я же не смотрел управление по клавиатуре. Какого он уровня? Он не сильно от меня отличается, да? Это тут, полагаю, уровень не сильно играет роль. Добивай. Блин, а вот как мне вернуться, кажется, что-то вижу. А вот это еще что? Конечно, интересно все. Что-то они такой толпой на меня вдруг решили напасть. Необычно. Я такого не ожидал. В смысле артефакта? Ну, мне сейчас пока, потом изучим это. Почему-то здесь наглую так пытались сажать, что я ж удивился. Угол. Напали все толпой. В принципе, конечно, прикольно. А что там, кому-то, блин, на хвост, что ли, наступил? Бывая ловушка, да, еще раз пробежим здесь. Стоит-то. Я что-то сомневаюсь, что его дракончик здесь что-то качать будет. Сагрились эти тоже сагрятся сейчас. Малого то. Слушай, а мне кажется, там какой-то колдун, походу, был, что они на меня согрелись. Слушай, он крепко держит. Удар особенно. А, так это босс какой-то, походу, слушай. Да, это, скорее всего, какой-то босс.
то агрится, то не агрится. Хрен вас поймешь вообще. Реально, походу, кому-то на хвост наступил. Чувак, тебя все загрызут. Встал, тут, блин, небезопасная зона. Ну, ладно уж, фиг с тобой. Нравится, стой. Ну, сожрут тебя, подумаешь. А, я вспомнил, я вообще сюда что припёрто. Эй, охраннички! Сегодня если с моей головы хоть волосок упадёт, жизнь не распадется. Туда пошли. Я просто путешествую, народ мир исследую, кому интересно. В принципе, мне в таких играх это всегда и нравилось. Что сакрить, что все остальное. Правда, здесь задания придется выполнять. Ну, сбегаем, потом выполним. Так, ну мы подхилились, в принципе. Так, надо лагерь бандитов. Полезное-то у вас есть? Ребра, так сказать, много, что уж капец. Ну хотя бы хоть хилочки немного пособираю. К сожалению, то, что мне не нравится реально, то, что в этой игре на фарме не прокачаешься. Но зато это убирает вообще необходимость и возможность использования ботов. Долго здесь как-то противники убиваются, я тебе скажу. Опыта, ну, реально чрезмерно мало. И картины даже есть. Молодцы, ребят, натыбрили. Так, что-нибудь есть интересного у них?
походу ничего вкусного нет. Сколько мне там урон-то носит? Один. Ого! Тремя-то ударами хорошо впендюривает. В принципе, тремя ударами специфическими их убиваю, но магии сильно много не трачу, так что вероятно это нормально в этой игре. Но правда убивать их смысла нет вообще никакого, в принципе. Че, серьезно? Да, конечно, немножко поднасобирать можно, но я никаких растений даже не вижу полезных. А нет, кое-что вижу. А это не растения. Да ладно, с артефактами потом разберемся. Давай-ка сходим туда. В общем, да, это я пошел исследовать мир, и у меня здесь закрыто. Я не хочу обратно возвращаться. Ну ладно, придется, видимо. Уже с птицами какими-то ходят там, блин. О, привет, народ. Ой. То есть, погоди. Ты хочешь сказать? Все эти хранители, которые были мне дружественны, стали мне вдруг злы. Ладно. Да, тут походу все очень сильно взаимосвязано с миссиями, народ, так что поперлись именно миссии выполнять. С одной стороны, это хорошо, то, что взаимосвязано с миссиями, то, короче, ботов здесь и вряд ли вы найдете. Но с другой стороны, я могу телепортироваться как-нибудь. Ой, мои координаты. Да я знаю, где мои координаты-то, блин. В принципе, и так добежать могу. Я ожидал, как-то будет побыстрее. Ага. Активировать портал стоит 15 серебра. Все, понял. Значит, идем сюда. Господи, этот портал так искать. Можно его как-то тут пометить хотя бы. Ужас какой. Тридцать серебра. Знаете, я давай пешком сбегаю. Пока на данный момент у меня слишком проблемы с серебром, чтобы так его тратить. Потом, конечно, его будет достаточно, но это пока оно будет. Еще несколько времени пройдет. Дороговато стоит, реально. Погоди, по помещению, по телепортам просто тут как будет стоить? Вот в чем вопрос. Нехилый, кстати, бизнес такой, смотри. Можешь прыгнуть в телепорт, платить 30 или 15. О-о-о. А что не получается-то?
почему не получается? Вот в чем вопрос. Что босс-то я вижу? Я не понял, почему у меня удар, блин, ноги не получился. А, нет, Z нажимал. Что-то я не вдупляю как-то. Слушай, нажимал Z реально. Но почему так? Что вообще? Так, куда я бегу вообще? Странно, как насчет этого Z вроде и показывало, и я ударить не мог. Давай подождем, может здесь еще один босс отреспится. Правда, здесь босса увидеть было немножко неожиданно. Вероятно, с волками там тоже босс был. Я хоть что-то полезное-то тут вроде получил, да? Ладно, давай подождем реально. А вот я в лагере с парнями постою. Эх, мужики, даже девушку не можете пригласить, не знаю, там, перекусить что-нибудь дать. Ужином угостить. Ай-яй-яй-яй. Ладно, побежали домой. Тоже, блин, отстой такой. Зашел к мужикам, красивая девушка. Другие бандиты бы тут, не знаю, там, поесть бы дали. Хорошее слово сказали. Ну вот нападать. А, давай убьем, красивая девушка. А, страшная девушка. О, давай влюбимся, да? Классно. Логика 5 с плюсом. И да. Этот дурацкий телепорт. Если с моей головы хоть волосок упадет, в жизни не расплатитесь. Ну и что это будет стоить мне? Да пошли вы. Так. Погоди-ка. Эмоции? Сегодня точно. Охраннички, если с моей головы хоть волосок упадет, в жизни не расплатитесь. Я понял, для чего здесь телепорты, класс. Чтоб деньги сдирать. А как это еще назвать? Блин, хоть от расстояния бы суммы сдирали. Тут вообще какой-то абзац. Значит, бывает попадаются боссы. Мне один попался. Это, конечно, неплохо. Но вообще-то желательно бы здесь боссов побольше, чтобы можно было хоть, не знаю, пофармить, поразвлекаться. Бегать одни задания выполнять для меня немного утомительно будет. Хотя народ постоянно, смотрю, приходит в эту игру. Я, кажись, разбойников видел. Круто. Так, ранг первый. Добыча материалов для закалки снаряжения. Да мне бы чё-нибудь... Лыжеискатель, возьмите... Да будет милосерден руки. Подлагивает что-то. Ну да, будем выполнять задание. Ну, конечно, это. Лучшие товары в Лианхольде. Искателям скидки.
Тоже такое себе удовольствие. Так. Где мой лечилок? Так. Заварим на... Стоим по стакану в день. И будете вы у нас, господин бургомистр, не старый мэрин, а молодой жеребец. Ну, знаете, есть такое выражение. Старый конь борозды не испортит, но он в нее, блин, и не попадет. Ой, простите, не слушайте, дурочка я. Глупость ляпнула. Вот вам зелий бесплатно и никому... Никому, поняли? Бургомистр там стоит с кошачьими ушами, я что-то не понял. Да, господин бургомистр, вы точно будете как жеребец. Если не считать того, что вы, кажется, девушка. Ну ладно. Не понял я некоторых вещей. Так, как мне эту хрень осмотреть? Где еще мне задание взять? Вот зелененьким там что-то горит, зияет. Вроде выполнено. Вроде фиг поймешь. Так, так. А денек и впрямь начинает улучшаться. Погодка сегодня просто чудесная. Да, его в Ведьмаке бегал, одно и то же повторял, здесь то же самое абсолютно. То есть первые идеи с Ведьмака, не, ну правильно сделали, в принципе. Столько хлопот, ничего не успеваю. Интересно, как там Нерри? Может, мне надо зайти куда-нибудь в другое место? Экскурс. Боюсь дивизию. Вон мне куда надо идти. Я думал, что там за значок такой. Ладно. Сейчас рванем туда. О, да. Фонарный столб надо было врезаться теневым шагом. Фу ты. Ну, говорю, это только я умею. Кто-нибудь так делал? Попробуйте. Вряд ли у вас получится. Да будет милосерден, Руфи. Вы же искатель. Возьмите меня. На молчащих холмах шуметь запрещено. Так, ну давай сбегаем, в принципе. Мне-то чё. Волка ноги кормят. Я, кажись, разбойников видел. И ты что сейчас за хренотень была, мне интересно? Ты какого чувак уровня? Друг друга мочится. Мне интересно, здесь, надеюсь, нет таких боев, что он прибежал с одного удара, тебя убил и... Потому что мне это немного уже в некоторых играх начинает, блин, утомлять, мягко сказать. Так, опять там по этому моему мины под жопу подкладывают, чтобы дрон взорвался. И сволочи. Ничего больше сказать. Так, ладно, побежали далее. У меня там щитов много. Видно, на меня не хватило, пока на кухню отходил. Поняли, что это немножко бесполезно. Так, здесь я был. Мне надо вон туда. Посмотреть, босс есть, это что и понятно, и интересно. Так, я вообще, я не посмотрел кое-что другое. Артефакты. Можно передать. Разбойника я вижу. Что значит можно передать? Давай оденем. Так. Книга провидений. Зачем это вообще передавать сюда? 55. Так, этот меч вообще-то продать надо. Хотя можно его разобрать, да? Синтез самоцветов у меня организовывается, хрен пойми с чего, да? Ну ладно, сейчас не до этого, в принципе. Накидка. Пройти. Персональный предмет. Не знаю, повышает скорость передвижения 40% 12 секунд. Он также делает
и восприимчивым эффектом. Ранее передаваемый предмет используется в первую очередь. Ладно, вопрос, вот нахрена она мне нужна. Использовать пару раз и забыть. Леонская пшеница. Необычный наследственный предмет. Нельзя передать. Пока походной сумочки у меня нету. А, вчерашний чувак. Слышь ты, воробей недоделанный. Карта у меня на максимальном отдалении, так она, ну блин. Даже при максимальном отдалении это не шибко, это все удобно. Там надо будет перепрыгнуть или что, сейчас посмотрим. Сюда-то я уже ходил. Да и так добью. Боже, мне ловушку устроили. Мне после других игр, когда клавиатура пока еще по пальцам немного не распределяется, это тяжело. Правым щелчком мыши надо. Все, понял. Доперло. А, все равно надо входить. Нифига не понимаю. Я думал, тут одна локация, они будут как-то плавнее между собой переходить, а то просто другая локация оказывается. Да, я вспомнил, я хотел сюда зайти, но не стал заходить, потому что не понял, почему это вдруг другой локацией стало. Интересно. На телефоне в нее можно играть или... Ну, а, да, 50 гигов на телефон залей. Ну, у меня 120 Ищите гигов. Ищите плиту с буковыми! Эти слабенькие, что-то вообще абзац. Так, что-нибудь тут есть вкусно полезного, интересного? Что-то должно быть. Да. Ничего, от слова совсем. Ну-ка, обернись. Раны или ссадины есть? Срочно промыть! Вон один пырнул Мартин и ехидно так хрипит, мол, сам не убил, так отрава докончит. Ну, гад!
Питаем. Так, надо бы Артоса предупредить. Герои сейчас еще набегут. Пусть собирает людей. Я в город, к Мойре. Свалю быстренько. Надеюсь, она противоядие не хуже. Приворотных зелий варит. Забавненько, народ, забавненько. Прикольно, в принципе. Я не против. Ладно, на этом серию я закончу. Продолжим следующий. Всем удачи. Всем пока.